Для конкурса дети читают стихи. Меня зовут Андрей. Стихотворение называется «Весна». Автор Прицковский. Стоят деньки погожие, на праздники похожие, а в небе солнце теплое, веселое и доброе. Все реки разливаются, все почки распускаются. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. Покинув страны южные, вернулись птицы дружные, а на каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки. Пришла пора весенняя, пришла пора цветения, и значит настроение у всех людей весеннее.